Всем привет, это Жестянка, и сегодня мы поиграем в Banana Eats. Мы будем делать из Илюхи банана-смузи, банана-шейк, банана... Или из банана, который за нами будет бегать. Я думаю, что он будет тебя следить. Сегодня мы играем банана... Потому что я играл недавно Banana Eats, Илюха тоже понравилась. Теперь сегодня Илюха будет бегать от банана. Да. Нет, давай. Хорошо. Давай выходи и воюй сразу, давай. Можно... А что это такое? Это ничего. Это просто это ничего. Светящийся... Можно где? Глав... Вот, есть коуч, но перед нам... Перед тобой явилась девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Воутс, давай, голосуй. За что ты голосуешь? Давай, банана, бешмент. А что это за супермаркет? Это новый супермаркет. Супермаркет. Это новая карта, что ли? Так. How to play. Понятно. Ну, прячься, открывай пазлы. Я не видел этой карты. Это, походу, новая карта. Точно? Да, вот сюда тортики надо собирать. Собирай монетки, обязательно тебе понадобятся для того, чтобы покупать новые всякие плюшки в игре. Ай. А, ну ничего, вот сейчас вот появится банана и смотри, подойди к этой штуке, все, распаковывает пазл, нажимай на него, нажимай на винтик. Как? Нажимай. Давай. Нажимай. Все, открыл. Всё. Пазлик, монетку ты не взял. Все, уже забрал другую человечку. Ладно, можно спрятаться в шкафу. Да, зачем? Да. У тебя, когда сзади загорается красный глаз, это значит, это значит, что тебя банан атаковал. Нет, это значит, что банан рядом. Ага. Чем краснее он, тем ближе банан. Вижу, вон ходит вижу, он. Вижу, это, видимо, ну, не надо прятаться. Я тоже думаю, что всю игру будешь простоять в этом самом, вот на тебя идет банан. Он охраняет там что-то. А, я не знаю, что он охраняет, но тебе надо отсюда убегать. Это выход, скорее всего, да, это выход. Exit to open in 3 minutes. А, вы поняли, да? Вот так вот. Надеюсь, да. Тортик собрали. Да. Ну, тебя, он, я тебя он понял. Ближе, вот, я его вижу, он прям там стоит, да. Большой скажи, банан... как пароль? Это пароль открытый, да, что ли, уже? Да. Так. Видимо, да. По идее, control, да, control, это у нас... Падать так, вниз. Где? Приседать. Банана рядом. Где-то совсем рядом, судя где-то по твоему красному. Рядом. Такая прям спина же горит, как красная-красная. Вон, монетку слева возьми. Вот, открывай, опа, открывай, падать, открывай. Все, давай. Винтик, да. Кажется, вижу банан. Я вижу банан, он там прыгает. Давай, я тоже вижу. Вот так все вот. Хорошо, второй пазл открыт. Собирай монетку. Вот монетку так. Собирай. Что здесь справа? Тортик, бери тортик. Бери. А бери, просто бери. Ты все, побежал, фу. Тортик, тебе дальше беги. Побежали где-то на центральную площадь. Где-то там на центральную площадь. Че? Control. А, короче. Ты об этом. Вот тортик, заходи. Все. Зачем тортик? Вот. Это еще один пазл. Все, ты открыл. Все, на выход беги. Где выход? Вон, ты пролистал. Или тут, да. Или тут. Все. Давай. Илюха вышел. Давай. Мы из Илюхи не сделали, к сожалению, банана смузи сейчас. You survived. Ты победил. Молодец. Первая игра с бананой готова. И вот это заслуживает лайков. Молодец, Илюш, я тебя поздравляю. Я нашел здесь вот такую штуку. Вау. Код. Glitter everywhere. И нам дали такой sparkle teal, то есть нам дали вот такую вау, вот штуку. А вот, как вот скин? Вот. Он у нас уже наделся, да, на тебя. Вау, короче, прикольно. Если вы откроете сайт, ну, да. Roblox, то там в описании к игре будет написано, что типа вводите этот код и получите вот такую вкусную. Да, обязательно вводите. Glitter everywhere, одним словом, большими буквами. Так, давай... а здесь какое-то, как хочешь? High school, давай. High school. Ты хочешь high school? Или лучше... вот эту? Ну, вообще, я бы тоже на кабинс, да, plantain кабинс, А почему? Не знаю, потому что я не видел. Это, скорее всего, поезд. О, смотри, у паренька какое-то дерево. Да, прикольно. Это не дерево. А, дерево? Дерево. Тихо, устрашающие титры, конечно. Так, все, погнали. Так, ладно. Прячься. Зачем? Exit скоро, ну, написано hide, exit will open soon. Так, а где выход, куда бежать, где банан появится? Вот сюда тортик нужно собирать. Чего ты монеты не собираешь, Илюш? Я собираю. Не, не собираешь, если бы я тебе не сказал. Так, ты смотри так, где появляется банан? Ями-ями. Is here. Везде. Вот тортик лежит. Тортик, ну тут я пробежал, вот тортик, да. Куда? Вот сюда? Bedroom? Я не знаю. Там, по-моему, парень нет, бананы прячет. Я не знаю. А где-то тут... О, вот, смотри, вентиль. Давай, крути. Вот так вот. Collect 29 coins. У тебя 29 coins, а вы женскую кучу. А, Daily Quest, смотри, какой-то есть. Вон еще монетки. Escape, бери монетки. Здесь кто-то, можно нырнуть.
Илюша, тебя... Илюша не научился пока клавиатуру еще играть. Вот, монетки. Тебе нужны эти монетки. Вот еще один этот самый вентиль, да. Сейчас мы выйдем. Сейчас выберем тебя. Не бери... Он не переживает. Страшно? Немного. Игра такая прям игра. А где вообще банан у вас? Так, у тебя мигает. Опа. Вот он, банан. Здрасте. У него аж скин какой-то. Да, вот вниз лучше бы ты пролез. Вот, значит, собирай монетки. Бегом. Пока банан там лазит за ребятами. Монетка, Улья. А, монетка. Ну, вот. Так, тут какой-то кемпинг. Ну это хорошо, монета вон наверху. Давай вон еще монета там. Будем. Вон, вот, вот, вот. Вот, куча монет, вот просто. Хорошо. Куча. Так, тихо, стой. Стой, стой, у тебя очень мигает эта штука, видишь, за спиной. Да. А почему? Ну, потому что банан рядом. Неинформативная эта штука мигает. Хорошо. Давай побежали отсюда. А, да, она сейчас белая. То есть получается, что мы не видим. А где же находится... А, он там ловушки поставил, мне кажется. Илюшка, ты так, конечно, бегаешь, не глядя по сторонам, а вдруг он здесь ходит. О, вот ловушка, смотри. Ай-яй-яй. Ловушка, да, вон вперед тортик надо было. Назад, 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 вот туда тортик, вперед. Вот туда, туда, туда. Вот тортик. Клади его. Клади. Есть, так. Положил. Хорошо, все, девочка, хорошо. Клади тортик. Подскользнулась. А он, ты видел, что сделал? Повернись назад. Да, он обставил выход. Он обставил, да, он выходы обставил. Но, значит, не беги сюда. У него вот это есть уязвимое место небольшое. Не беги сюда. Так, сейчас через 40 секунд откроется выход. Готовься где-то прятаться. Ничего не видно, честно говоря. Давай спрячемся в шкафу. Вот там, возле выхода. А потом просто. Что? Ты потом пойдешь на эти самые, да, что ли? На, да, на выход. Не, подожди, ты же не сможешь пройти. Там же шкурки банана валяются. Короче, там просто есть небольшое уязвимое место. У кого? Вот там вот. Вот тут. Уязвимое место у кого? У шкурок? Тут вот выход, шкурок. Давай, выходи, выходи. Уязвимое место, это типа ты здесь девочкой, да? Да. Короче, девочку пустить вперед. Девушки вперед. Девушки вперед. Ай-яй, как нехорошо. Девушка подскользнулась, а он пробежал. Ай да молодец. Итак, через 20 секунд новый прикольный уровень. Давай, что, супермаркет давай, супермаркет. Все глаза? Нет, там 3, о, да, 4 против, все, сейчас будем в супермаркете. Это новая. 4 против 4. Скорее всего, это новая локация, потому что я ее что-то не видел. Он сейчас ее видел только впервые. Вот. А я так понимаю, что у нас еще появился квест, прикольно. То есть, если ты сейчас соберешь, смотри, еще 6 коинов, то у тебя будет какой-то выполненный кусочек квеста. Хорошо. Какой-то. Нет, это не супермаркет. Ладно, это не важно, все равно это не влияет на количество собранных монеток. Где еще монетки? Ну, сзади была. Ты... Вот там под лестницей есть. Под лестницей? Да. А, уже собрали. Вот здесь была под лестницей, да. Там монетка собрали. Давай, давай. Банан. Да он на тебя идет как раз. Ты идешь на банан как раз. Вот, прячь, прячь. Все, хорошо. Он идет сюда. Не, я не вижу, я не понимаю. Он но уже она, уходит в другую. Вон, парня красная, видишь, светится, вот, да. уже ушла. Короче, оно непонятное, очень неинформативно на самом деле. Надо было бы, чтобы эта штука была прям там красная. Вот на красной понятно. Вот, вот, квест complete. Квест complete. 30 коинов собрал, молодец. 30 коинов. Escape banana backrooms. Bananas backrooms. То есть, получается, надо выйти через комнату. Он где-то тут. Ну да, оно как-то так он неинформативно. Пульсирует очень хорошо. Не, так оно пульсирует, когда белым, это значит, что его рядышком мне, то когда ярко-синим, тогда он рядом. То есть, тут надо по оттенку смотреть. То сейчас его нету рядом? Ну, да, вроде как нет. Вон пазл не собран. Помоги ребятам. Надо переворачивать их. А. Переворачивать до того момента, пока он станет не зеленым. Вот, все, следующий. Переворачиваю каждый пазлик, пока вот станет не торт зеленым. Тут. Ну, какая разница, торт это или нет, но тебе надо собрать. Давай, еще, и еще один. И еще. Вот так. А зачем он перевернул? И вот этот по центру один красный. Где? Ну, вот же красный. Вот. Все. Вот, все, пазл собран. Пазл собран. А вон монета валяется. И две монеты валяются. Оп. Раз, два. А монеты. Может, сюда нажать как-то? Нет, 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 ничего не нажимай, пожалуйста. Ничего. А, да, а тебе задача сейчас прожить 2 минуты. И не попасться. Тут, по-моему, там торт был. И красная на спине горит у человечка. Обрати горит. Внимание на спины, обращай внимание. Сына, смотри, красная сияет. А у меня почему так? Это где-то рядом банан, да его даже слышно. Ага, хорошо. Прячемся. Ладно, то есть, когда он вот так вот пульсирует, то рядом банан. По цвету. Смотри, он сейчас ярко-голубой. Где-то рядышком банан ходит. А у ребят красный должно быть. У тебя просто другой скин. Надо взять какой-то другой скин, который будет более информативный. Хорошо. Давай, выбегай сюда. Хорошо, выбегаем. Сторонам. Смотри по сторонам, да, потому что ты так выбегаешь, не глядя. Так, тут ловушка есть, смотри. Смотрим, так. Смотрим, где дальше. У тебя мигает, прям смотри за спиной. Ой-ой-ой. Так, он где-то там. Он где-то. Мы там. Его даже слышали только что. Да, он ставил ловушки. Ты так. Еще 2 минуты будешь это вот бегать, да? Где-то еще мне один. 60 секунд. Где-то не открыт еще один замок наверху. Все, банан, выход. Давай, выход. Ищи. Где? Выход. А вот выход сзади. А, нет, подожди. Escape, вот там вот. Да, да, давай.
Так, кто-то уже вышел. Вот, еще раз кто-то вышел. Давай, 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 давай. И ты вышел. И ты вышел, да, Илюха молодец. Так, второй раз проигрываешь, это не вариант. Надо как-то проиграть, Илюша. Да. Давай ты будешь бананом сейчас. А как? Я не знаю. Но у тебя есть увеличение шанса того, что ты будешь бананом, поэтому будет круто. Вот только это байк. Геймпас. А, о, спрячься. Все, я спрятался. Илюха этот самый, камень, булыжник. Смотри, какой-то парень такой в элегантном костюме. Поменяй себе сейчас скин, эту штуку. Бейконс. Да, и у тебя надет другого. Возьми красный, он прям явно информативный. Или можешь купить новый, у тебя 137 коинов. Ты можешь купить прям, чтобы он 137. Светился. Вот удобно было бы за 300, видишь, купить, который красный, да, такой. Прям... Короче, красный лучше всего видно, и поэтому лучше брать красный. Вот, смотри, это... Да, у тебя вот такой вот спаттлфилд. Тебе прикольно, арбузы можно сделать, да. Это... Ты выбрал, да? Ты выбрал себе красный, да, обычный? Нет, смотри, вот. Нет, красный. Сейчас я... Вот первый. Да, все, команда, да, команда. Просто, команда. Серьезно, по красному лучше заметно. Давай накупим 300 монет, и тогда уже ну-ка, будет. Да, хорошо, тогда купим, хорошо. Будет 300 кто монет, же договорились? Банана? Кто же будет банана? Сейчас поглядим-ка. Мэп-воутинг, давай, голосуй за карты. Давай... Супермаркет. Опять супермаркет? Мне очень нравится супермаркет. Подожди, ну мы ж... Ладно, давай еще. Ну да, давай какую-то все время разные карты. Plantain Cabins мы же играли, да, в нем? Да. Я так понимаю, да, уже? Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, почему мы не выполнили первый квест, если мы уже два раза выиграли? Backrooms. Там нужно сбежать с определенной карты. Bananas Background. Yeah. Ну да. Backrooms. Backrooms, да. Backrooms. Че ты монеты не собираешь? Ладно, нет. Так, тут нет. Тортик есть. Стой возле этого штуки, возле вентиля. Так. Сейчас появятся бананы, сразу активируешь. Ага, хорошо. Она просто неактивна. Вот, все. Нажимай. Давай. Так, бананом играет паренек, который с ником Димофон 45. Димофон. Да. Мы открыли один пазлик. Илюха, давай ищи другие. Так, пазлики. Ну, пазлик имеется в виду, пазлик. Один замок убрали. Вот тортик. Опа. Бери тортик, бери и убегай. Там банана был. И что? Страшно? Он прямо тут красный, страшно, да? Прямо красный на сыщенный. Все, стой, не двигайся. Стремно. Страшно. Беги туда, в комнату. Давай, откуда давай, пришел? Давай, все, банан убежал. Ай-яй-яй. Так давай, что ты в трех соснах запутался? Тортик бери. Торт. Давай. Торт. Бери торт. Бери же торт. Все. Там пазлики можно, не пазлики, как их зовут эти? Вот. Вон, вентиль. Давай, крути вентиль. Давай. Аккуратно, здесь ловушка рядом с тобой стоит. Есть, хорошо. Помоги ребятам. Так вот. Тут. Все. Вот, все. Еще тортик ты не можешь взять. Да, это ж положительно. Так, смотрим. И здесь был где-то торт еще, я его видел. Собрали уже? Собрали. Фух, так, нервная штука, скорее. Так, смотрим на индикатор. Кто-то кого-то съел уже только что, плюс 15 секунд. Когда он съедает, там был что-то, вентиль, что ли? Ой, ты только что так резко покрутился, я потерялся. Так, тут ловушка. Тут что, ничего тут... Банан рядом. Банан рядом. Ай-яй-яй. Вот, давай, проползай. Девочка активировала, тебе повезло, по сути. За счет того, что девочка это активировала. Хорошо. Тебе. Он успокаивается, но. Что-то он не успокаивается. Илюш, он где-то здесь рядом. Давай, возьми себя в руки. Зачем ты выскочил? Ладно, сиди, хорошо. Ладно, выскочил, окей, все. Так, смотрим налево, направо. Лево, направо. Ну, красный где-то рядом. Здрасте! Все, я побежал. Все, пока. Убегай отсюда, в другую сторону, чтобы он не побежал сюда. Через 2 минуты он выйдет. Так, за тобой идет банан. Все, стало белеть. Пусть он нас съест. Так, не надо, ребят. Пускай он съест. Нормально, все, давай, держись, давай. Ты должен. Вот он сейчас красненький. Нет, розовый. Уходит где-то банан. Это такой индикатор банана рядом. То есть получается это. Вот, еще краснеет, смотри. Нет, пожалуйста, не надо. Почему нет? Опа, кого-то съели. Ага. Страшно. Кто? Красный так. Рядышком. Так, вот. Кто-то подсказывает. Хорошо. А что ты стоишь? Так, еще целых 2 минуты здесь так кого-то съели. Да, кого-то ты, съели. Когда он, розовенький. Он когда съедает, то происходит так, что дополняет тебя накидывается еще 15 секунд сверху. А-а-а. Поэтому нужно с нашей стороны нужно выигрывать эти. Тихо. Я бы на его месте съедал все ящики. И он, наверное, так и делает. Прошел мимо. Тебе повезло. Где он? Я тоже не понимаю, как мне посмотреть.
Опа, вот, все, я вижу дверь. Страшно? Немного. Немного, хорошо. Нервно? Нервно, говорю? Да, нервно. Давай я тебя буду поддергивать, что тебя так садись ровнее, чтобы тебя ребята видели. Exit open in one minute. Давай, еще целую минуту в ящике стоять, короче. О, хорошо, кого-то стукнул только что. Будешь стоять тут целую минуту? Да, давай хорошо. Так. Окей, подсказывайся тогда. А можно как-то смотреть с банана? Смотри, осталось 3 игрока. Уже 2. Уже 2. По-моему, кто-то пришел. Лучше не высовывайся уже тогда, раз уже стоишь, все, уже сиди. Все, короче, все. Короче, Илюха всю дорогу просидел в ящике. Вот белое. Белое, все, хорошо. Далеко нашел. А теперь твоя задача, через 30 секунд откроется выход, поэтому еще пока посиди немножечко. Через 30? Через минуту. Через 28. За одну минуту до конца раунда открывается выход. Понятно. Поэтому через 20 секунд будь готов куда-нибудь бежать. Причем бежать подальше если от банана. Если у меня съест банана, то я стану быстрее, но у меня останется одно сердечко. Ну, если так он что? Тебя укусит, банан. Если он тебя не съест. Если съест, то как бы все. Ну, да. А осталось 2 игрока. Он приближается. Отлично, так и не высовывайся, значит. Ай-ай-ай. Банана sees you. Escape. Мой. No. Тебе надо теперь выходить, потому что банан... Банан! Ладно, банан меня съел. Плюс 10 монет. Это хорошо. Ого. Это было мощно. Это было круто. Да. Когда банан становится... Ну, когда остается одна минута, получается, он видит игроков, да? Потому что да. Написано «Banan sees you». То есть он тебя видит, написано, да? Да? И он становится extra hungry. То есть получается, что он с одного удара может тебя съесть, вне зависимости от того, сколько у тебя сердечек, я правильно понимаю или нет? Видимо, да. А мы еще не знаем, поэтому надо с этим разобраться. Я не спрятался, простите, у меня кактус. Да. Давай, Bananas Backrooms. Да, нам нужно Bananas Backrooms. Да, нужно отсюда давайте, выйти. Точно, ты прав. Если мы пройдем этот уровень, то мы выполним квест за сегодняшний. То есть что-то тебе нравится за это, да? Да, наверное. Пап, давай ты поуправляй. Не-не-не, давай ты сам, чего, это твоя игра. Я уже управлял на своем канале, на канале Damon я играл. Давай, бегом. Hi. Сразу монетки. Ой, мне не нравится этот уровень. Тебе не нравится? Да, он мне что-то не пошел. Я как-то вот тортик бери сразу, раз. Тортик берем. Давай. Нет, а, это замороженное еще. Вон туда клади тортик. Давай, еще тортик впереди. Впереди тортик. Еще один тортик впереди. Давай, собираем торты. Бегом. Банан здесь, здрасте. Монетку, что ж ты не забираешь? Ты же рядом был, черемуха. Вот и банан, здрасте. Банана, нет. Банана яиц. Меня тут же съели. Так, тебе надо убегать, убегай. Не, убегай. Он за тобой бежит. Вот, 261 пароль. 2, я впервые нашел табличку с паролем. 261 пароль. Вот, здрасте, сейчас тебя съедят. Нет, пожалуйста. Так повернись, не видно же ничего. Так, он где-то рядом. 261, запомнил? 261. Увидишь а ты цифры? Запомнил? Нет. У цифры... Все, побежали, у тебя белое все. В другой ящик. Класс, побежали в другой ящик. Я подумал, что это дверь. Так, он где-то тут. Когда станет беленькая, то мы уже пойдем. Понятно. Здрасте. Нет. Нет, я не хочу. Пожалуйста, не надо. Нет. Он меня через стену съел. Правильно сделал. Это какой-то глюк. Нет, это не глюк, все хорошо. Смотри, банана чанс есть. Так, это умножен шанс на 2. А вот это вот что-то. Это Sinister VIP. Sinister VIP. Да. Ну какой-то ты на 20% больше коинов у тебя будет. И очень редкий синистер банана какой-то. И 1000 коинов тебе просто подарят. Хорошо, нам нужен интермишн. Нам нужно выбрать карту. И нам нужно, чтобы ты был бананом сейчас. Хорошо. А как? Можем, конечно, сейчас немного купить робоксов и купить это где-то. Это шанс умноженный на 2. То есть у тебя сейчас шанс какой стать бананом? 8%. О, а так у тебя будет 16. То есть не так-то и много. Поэтому надо просто подождать. Ты опять супермаркет взял? Давай что-то прикольное другое. А давай вот эту. Давай только все взяли 3. Bash fun. Get ready. Так, go! Давай. Banana meats. Давай, ты банана, нет? Сейчас посмотрим. Нет, я не банана. А, нет, мы бы не поместились, так не появились бы так, точнее. Так, сразу хватаем монеты все, правильно. Вон еще монеты слева. Ладно, побежали сюда. Давай. Так, вот сейчас будет вентиль. Сейчас сразу отъедим. Сейчас он. От вентиля. Он в соплях каких-то зеленых. Подожди, смогу. Я пока что нажимаю. Ты сэш, да? Давай, тыцай. Так. Банана где-то первый рядом. Открыт. Так, он прямо рядом, и рядом. И он рядом! Ай-яй-яй.
Он сюда не пошел. Пока спрячься. Смотри, смотри. А, нельзя так! Да, серьезно? Не получится. Получится! Из ящика прямо открывают. Тихо, не спугни, банан услышит. Хорошо, прекрасно. Минус 30 минут. Секунд. А сколько? Секунд. Остался один пазлик. Или нет? Или это осталось? Или... Да, это осталось, получается. А, значит, в той игре нет, было один все пазлик открыли. Сделан. Один из пазлик. Пяти. Не, подожди, а ты же сам открыл этот вентиль первый. Так, тихо. Тебя с кого, сейчас кого-то съели. Сиди в ящике молча. Я про другое, про то, что в той игре было 0 из 4 или из 5. Это значит, что уже все сделали, а сейчас тут осталось. А, нет, подожди, тут 2. 2 из 5. Что происходит вообще? 2 из 5 это выполнено уже. Выполнено уже. То, что выполнено. Да. Окей, давай. А, что-то все красное, да красное. А когда ты можешь убегать или нет? Я бы побежал на самом деле. Ну, просто вот. Кого-то, кто-то еще открыл. О, банан, здрасте! Смотри, 662, внизу же табличка валяется. Где? Так, он ушел. 662, вот. 6, найдешь 6, цифры на стене? Короче, запомнил? Нет, да, 6, запомнил. 6, 2, хорошо. Запомнил, все, у тебя белое, все, выходи. Все. Ты смотришь куда? Монетку почему не берешь слева? Все. Ты идешь прям за бананом, да? Хорошо, а правильно. Да ничего, тут... ничего страшного. Илюшка, давай, носись. Тут вообще монеты никто не собирал. А где, а сюда можно пройти? Я не знаю. А можно было же сюда пройти? Блин. Подожди, ты не играл сюда. 662. 662. Да что ты бегаешь в одной и той же точке? Вот о, банан, здрасте. Там банан. Опять в этот ящик? Ну и рядом же банан. Стыд, ну и что? Нашел бы другую нычку сразу. Что ты сразу в один ящик прячешься? Ладно, хорошо, прячься в один ящик. Все, розовое. Да выходи, нет его здесь. Розовое, белое. Банан. Банан там прямо стоит. Упорно. А, тут ничего нет. А он с нами... Банана нет. Опа. Он пошел в другую сторону, он меня почему-то не... Может, он тебя увидел просто, но ты не заметил? Так, тут кто-то прячется. Так, смотри, а можно сюда? Нет, нельзя. Это же камин. Это же камин. А, так, отсюда мы вышли, да? Или нет? А, нет, мы отсюда не выходили. Смотри. Илюха пока совсем теряется. Это открыто так, уже. Так, это уже открыто. Да. Хорошо. Банана так. Экстра хангри. Вот туда, направо выход. Escape. Вон выход. Вот туда. Да. Ага. Здрасте. Он тебя видит, а? Привет. Тихо, нет. Он тебя видит, если... Он тебя видит, ты в ящике не спрячься, если что. Вон еще выход, да, вперед. Туда и беги. Вот туда и беги. Через кресло. Так. Давай, молодец, у тебя получится. Нет. Да, получится. Давай, вот так вот, для того, чтобы... Да, для того, чтобы быстрее было. Yes. Yes. Ты думаешь, если ты прыгаешь, то будет быстрее? Да, но иногда это может быть. Ну, иногда, разве что, но это не точно. На самом деле, Илюш, в принципе, прикольно. Давай, я хочу, чтобы ты был бананой сейчас. Хорошо. Интермиссион пошел. Скин. Нет, ты еще пока не можешь купить, у тебя 197, ты же монет не собираешь в этой игре, зачем они тебе нужны? А давай польемся кислотой для того, чтобы мы были бананой. Вот прям такая давай, идея. Будет кислотный банан. Map voting. Банан из backrooms. Backrooms. Вариантов сюда, не будет, пожалуйста, походу. Сюда. Не будет варианта, по-моему. Вообще, кажется, все. Нет. Все, побежали. А, нет, не побежали, я думал, уже выжим. Давай, ты вот так. Get ready. Монеты. Banana each. Не забывай про монеты. Монеты. Хорошо? Монеты, выполнение монета. Квестов. Монета. Тортик валяется. Тортик. Сразу взяли. Так, монета. С тортиком. Хорошо. Смотришь по сторонам всякие монета. Вентили ищи. Вон вентиль. Монета. Ага. Сейчас появится банан. Давай. Там уже кто-то крутит тоже, слышишь, да? Да. Отлично. Первый. Это хорошая новость. Вот тортик еще. А, ты не можешь взять еще тортик больше. А куда их... Вон пазл, смотри, пазл. Собирать надо. Вот. Картинку. Давай, быстрее. Давай, хорошо, молодец. А, что ж ты еще три раза нажимаешь? А паренек из шкафа собирает. Это правильно. Прикольно, когда из шкафа у тебя собирается картинка. Кого-то съели только что. Рядом причем. Правильно. Все. О, смотри, это ловушка. Да, убегай. Убегай, что ты сидишь тут с бананом? С тортиком, в смысле. А можно этот тортик съесть? Ну, если бы. То тогда бы у нас жизнь была. Банана рядом. Банана вот рядом. Слева этот самый. А, открутили уже. Нет. Да. Нет. Укусил. Все, убегай куда-то. Убегай. Вот сюда. Вот так. Укусил в ящик сразу. Белая, все, давай, убегай. Не, можно прятаться. Ты как бы давай. Белая. Ну, да, белая. Ну да, даже все люди бегают, а ты прячешься.
Все хорошо. Никто не боится, а ты боишься. Куда тортик надо нести? Я как раз ищу. Так, тут был. Вон тортик впереди. Нет. Банан светится у тебя красный. Слева, вот сюда. Так он же меня может перехватить. Илюш, у тебя белая спина, Санечка. А ты следи за спиной, хорошо? Нет, ты следи за спиной. Ничего меняется. Вон банан ходит. Банана. Нет, 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 нет. Не позволю. Нет. Точно не нет! Позволишь? Нет! Точно не позволишь? Я понял. Здесь какой-то там был пароль. Был какой-то код. А вон код валяется. Какой там? Не вижу. 5-3-3. 5-3-3. Не беги, не беги, не беги, не беги. 5-3-3. 5-3-3. 5-3-3. Ну, все, ладно. Ты зря убрал руки с клавиатуры, вот поэтому проиграл. Я просто нервничаю, простите. Так зачем ты клавиатуры и руки убираешь? Ну что, а кто здесь победил? Никто не победил, да, вообще? Ну, Илюху мы съели. Не победили. Илюху, да. Илюха сделали смузи. Я хочу смузи. Быть банан. Ты будешь смузи. У тебя, кстати, смотри, шанс бананы. 10%. Вот. Да, поэтому, в принципе, за 15 робокс? Конечно, можно. А 10% это уже не 8, это уже больше. Что ты делаешь? Да. Я пытаюсь залезть. Интермишн сейчас будет лучше. Так, вон банана бэкрумс. Бананас бэкрумс. Или... Давай. Бэкрумс, тебе надо квест выполнить. Ладно, хорошо. Бэкрумс. Все выбирают плантейн. Но они не хотят, да. Кто будет бананом в этом уровне, непонятно. Ну что, ты будешь? Я хочу банана. И бананаицы, кто же сейчас будет? Надеюсь, Илюха будет. Да! Ура! Отлично! О, смотри, я в лобби, по-моему. А, нет, это лобби. Ты пока в этой, в как я зовут? В отстойнике. Кстати, я быстрее. Ну, конечно, быстрее. Так, все, сосредоточься, сейчас будешь есть всех, давай. Так, хорошо. Don't let them escape. Не дай им выйти. У тебя через контрол ты будешь ставить этих самых, как его зовут? Я вижу кого-то. Давай, кушай, 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 сразу кушай. Хорошо, молодец. Кушай девочку вот эту. Минус. Кушай. Хорошо. Возле нее стоит. Вот еще лови, парня, лови, 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 пробегай, давай. Не попал. Так. Вот лови же, парня, а он ускакал. Все, ну, ты решил знаешь что, съедать АФКшных этих самых не очень прикольно. Вот выползла девочка, давай лови ее. Иди отсюда. Ням. Раз. Все. А что она ползает? Так... Она забыла контрол нажать и не понимает, почему так долго. Ням. Два. И ящик развали его, давай. Ням. Вот так, хорошо. Три. Нет, не съел. Съел кого-то. Кого-то съел, там еще кто-то был. Смотри, они прям все по ящикам прятаются. Давай, монитор лови. Кушай монитор. Монитор. Минус монитор. Сейчас будет минус монитор. Все, нету есть, монитора. Прям троих уже съел, ням. Умничка. Ням-ням-ням. Давай, поехали. Это было вкусно. Так, смотрим по ящикам. Нету. А ты, пробегая мимо их видно, на самом деле, что-то кто-то есть. Ты не используешь, кстати, я смотрю, ловушки совершенно. Там видно, Илюш. А как здесь использовать ловушки? Написано внизу. Вот что-то пазл тут не собирает, никого нету? Никого нет, странно. А ты монеты собираешь даже? Да. Интересная тема. Я быстро. Я слышу, слушай двери, пожалуйста. Где все? Вот вижу одну. Ну кушай, нажимай, Илюш, он же не будет, вот, пока ты не нажмешь, он не атакует. А нет, он сам атакует. Нет. По идее, да. Нет, надо нажимать. Оп. А че он не нажимается? Вот, вот, вот. Вот это вот нажимается. Ловушку ты не ставишь, да? Это, кстати... Кушай, 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 кушай! Есть, съел, молодец. Есть, съел. Отлично. Так, еще 4 где-то осталось. 4 где-то осталось. Эта комната пустая? Ага, вот, не пустая. Идем, идем, идем. Иди сюда, мой хорошенький. Давай, давай, давай. Ну, если... Он спрятался от тебя. Нет. Сбежал! Ладно, опа, смотри. Бежит кто-то. Сбежал опять. Не понял. А как они? Он кусает или нет? Get close. Get close to runners to bite. Находись максимально близко к убегающим для того, чтобы бить. Не дай им уйти. Одна минута, все. А сейчас они тебя съедят все. Вон. Вижу одного, вижу одного, вижу одного. Через стену я смотрю. Нет. Нет, нет, нет. Сбежал, смотри. Убежал. Кушай, да кушай, кушай, кушай. Есть, хорошо, один есть. Какой-то человек уже сбежал. Я иду. Двое уже сбежали. Не туда.
Не туда, не туда. Нет. Здесь его нету. Я тут ловушку подставлю. Зачем? 30 секунд. Там два выхода, Илюш, есть. А, они побегут на второй выход. Правильно, конечно. Тут же два выхода. Я же тебе говорю, ты думал, ты не знал, да? А они там стоят и прыгают, над... они издеваются над тобой, они ждут тебя. Все, издеваются, да? Да, да, да. Издеваются. Ну, конечно. Все, game over. Но, тем а я могу... менее, я... тем не менее, круто, молодец. Да, я, деле... стал... я стал бананом. А, они не видели, сколько я ты съел. Хорошо. А, я съел почти все. Ты не съел троих точно. Фух, ребята, я устал в эту игру играть. Ты устал? Что, да. Вау, игра очень насыщенная, прям. Нервничаю. Нервничаешь, это хорошо. Да. Спать будешь хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока, ребятки. Пишите обязательно в комментариях, какую еще Илюхе поиграть игру. Да, хорошо? Обязательно. Все, пока-пока. Пока.